Я вот хотел вам вопрос задать. У нас сейчас сколько действующих, ездящих троллейбусов в Бишкеке? На сегодняшний день порядка 149 единиц пассажирского автотранспорта. Действующих троллейбусов? Все 149 единиц ездящие троллейбусы. Все, следующий вопрос. Из них сколько низкопольных? Из них низкопольных, значит, 21 это производство Белкоммунмаш и 35 производство Вологда. Не, ну вы так сразу цифру говорите, и там получается 56, да? 56. Меньше половины. Сейчас сколько будете троллейбусов покупать? Порядка 50 штук. Сколько из них будет низкопольных? Из них где-то порядка 17 будут низкопольных, но это после результатов тендера, и 23 среднего пола. А нельзя закупить только низкопольные, чтобы вот для колясочников, вот кто на колясках перемещается, вот для них чтобы доступны были троллейбусы? Средний пол он тоже предусматривает пандусы, которые позволяют… А там тоже будет, да? Да-да, будет и в среднем поле. Ну, когда тендер будете объявлять, вы в технических условиях обязательно вот это укажите тогда? Чтобы… Да, обязательно, мы уже указали, и будут и там, и там. И там, и там, да, будет? Да-да. И последний вопрос, помните, наверное, я не знаю, насколько мы как-то с вами обсуждали, вот чтобы общественный транспорт у нас озвучивался полностью. Какая остановка, следующая остановка какая будет? Буквально на той неделе я собирал представителей муниципального транспорта. Здесь мы, значит, работаем в этом плане, но здесь, видимо, просто я скажу, как есть. Это нужно будет отработать, как это делается вот в Прибалтике, в Европе. Нет, давайте вместе сядем, ладно, об этом поговорим. Хорошо, мы обговорим, мы занимаемся этим. Идеи есть, и я примерно знаю, как это сделать. Все, спасибо. Спасибо.